Турнир по русскому жиму прошел в Люберцах. Ежегодно его проводят в честь вывода советских войск из Афганистана. На этот раз в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов. Они показали силу духа и почтили память тех, кто не вернулся с той войны. 100 и больше килограммов. В руках этих мужчин кажутся пушинкой. На турнире по русскому жиму каждый участник старается превзойти свой предыдущий результат. Так и члены люберецкой сборной не исключение. Они показали все, на что способны. Мы стараемся как бы своим примером показать, что да, действительно, есть люди в возрасте. А мы почему называем себя возрастом? Потому что старше 40 лет – это уже ветераны первой категории, ветераны М1. И я до сих пор наравне как бы с обычными, ну, обычными это считается до 40 лет, я соревнуюсь, показываю своим примером, что можно без применения допинга выполнять самые наивысшие нормативы. Несколько подходов за турнир позволяют спортсменам увеличивать вес, достигая при этом лучших результатов. Подобный вид спорта создан, чтобы делать парней сильнее и крепче. И как отмечают сами атлеты, помимо этого, жим дает еще много плюсов. Силу, не только физическую, а еще и силу духа, закаляет характер. Ну, человек, то есть парень, может стать настоящим мужчиной, придя в наш спорт. Я думаю, это не просто соревнование, а своего рода праздник. Этим соревнованием чтим память тех, кто не вернулся. Да. Турнир «Афганский снег Шурави» проводится с главной целью – вспомнить подвиг сограждан в афганской войне, почтить память невернувшихся и пронести это через годы будущим поколениям. Организатор турнира сам служил в Афганистане и знает, насколько это важно – помнить. Я и на 9 мая мы проводили, я тоже самое говорил, что если бы они не погибли, они, может быть, были бы с нами. То есть вот 9 мая проводили там в 10 году, 13 человек приехали. Ну, то есть всем же под 50. Зачем им это надо? Память, память. Этот памятный турнир проводится ежегодно. По словам организаторов, интерес спортсменов к нему неизменен. На данный момент в Федерации русского жима состоят более 1500 участников. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.